Крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на трассе Шымкент-Ташкент. Здесь лоб в лоб столкнулись легковая автомашина Audi 100 и бортовая «Газель». В результате сильного удара тяжелые травмы получили водитель и пассажир Audi. Их доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Кроме них, травмы получили еще 4 человека. На место происшествия спустя час приехала выездная группа дорожно-патрульной полиции, которая сейчас выясняет причины катастрофы. Одной из причин дорожной аварии, возможно, послужил ремонт этого участка трассы. Полночь еще одно ДТП было зарегистрировано на улице Аскарова. Здесь в столкновении пострадали сразу 4 автомашины – Ford, Mitsubishi, Audi и Volkswagen Passat. Получается, Mitsubishi стояла, на поворот шла. Поворот включила. Получается, я шел по правой стороне. И он летел, получается, первая машина пролетела, и две машины было. И вторая машина, вот эта вот, Audi. И она не успела, да, влезть, получается. И по тормозам его юзом зацепил Mitsubishi и зацепил этот. Короче, он влетел в одну, и пока он... И по задам, получается, туда, начал откатываться уже, и я проезжал, и он меня задел. Развернул его, и развернул, летел. На место вызова приехали врачи скорой помощи, но пострадавших среди участников ДТП не оказалось. Сейчас все подробности этого происшествия также выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции. Автомобильная тонировка запрещена. Об этом полицейские напомнили водителю внедорожника Mercedes-Benz. Наглухо затонированный автомобиль полицейские задержали на проспекте Кунаева. После недолгой профилактической беседы полицейские заставили водителя Мерседеса собственноручно снять тонировку. Помимо этого на владельца внедорожника был наложен и административный штраф.